Итак, всем привет на моем 276-м стриме. У нас по-прежнему I Wanna Kill The Camellia 2, которая уже затянулась. Ну как затянулась? Я на самом деле опережаю график, но уже 26-й стрим по ней. Фух, всем привет. И да, действительно, знаете, я так подумал, что-то мне этот босс Gravity Man как-то тяготит. Я начинаю немножко превозмогать. То есть я сейчас поймал себя на мысли, что я сажусь, и мне что-то не очень охота, если честно, играть в этого босса. Но надо. HP, sorry, I don't understand you. Так, поехали. Где музыка? Да блин. Ну я с Half of Boss Rush. Crimson and Destination Killed. Rogue Legacy. Ой, мне такое не нравится вообще. Не, ну Тор, ты решай сам, как бы что стримить. Пострим, может зайдет. Я знаешь, что заметил, Тор? У тебя хорошо на стрим заходят те игры, которые мне не нравятся, Пека. Спасибо. Ну, посмотрим. Ну, как бы босс муторный. Посмотрим, как пойдет. Но я на нем, по-моему, уже 4 часа где-то сижу. На самом деле это уже много. Ну как много? Ну, типа еще через столько же должен убить, по идее. Но мне так не кажется пока. Так, я вспомнил, мне же нужно ориентиры расставить. Тайминг у них сложный, у этих угольков. Вот раз в сколько они вылетают? Секунд. Где-то раз в 3 секунды, по-моему, да? Ну, как-то это какой-то сложный тайминг. Так что проще просто, ну, тупо не стоять там, где они могут вылетать. А летят они при этом довольно быстро. Так что даже находясь внизу, можно на самом деле в них легко умереть. Так. Сейчас. Еще 3 ориентира.
Привет, Агенлаш. И поехали. Подожди, платформер? Значит, я перепутал с какой-то другой. Я думал, это рогалик какой-то. Привет, Аюф. Аптайм небольшой, только начал. 11 минут. Транстрата не всегда самые безопасные. Они обычно не безопасные, а быстрые, но за счет тренинга, типа, получается не умирать даже на таких опасных стратах. Меня на заставку? Так, сейчас вода, да, начнёт? А, нет, еще два выстрела, по-моему, надо. Это еще вот последний. Поехали. Поехали и не приехали. Да. Так что попробовать-то? Ну, в смысле он там стоял? Как это стоял? Я не понимаю. Стоять нельзя, там вода будет ехать. Что-то так себе быстрота, на самом деле. Давай, да, читар. А, ты не мультики пошел стримить, ты пошел играть? Ну, давай, тем более удачи. Да, нежданчик. Да блин. Ну туда тут еще добежать надо. Что-то я начал не то делать. Сжаться в правый край начал. Ну как не попал-то? Ну оно же прям летело сквозь него. Какие-то странные хитбоксы у этих пуль. Thank you.
Сейчас попробуем справа стоять. Все советы принимаются и рассматриваются. Только дожить бы до туда еще и чтобы при этом быть справа. По звуку нормально, не слишком громко, а то у меня что-то громко сейчас в наушниках. Зачем я сдвинулся? Хотя меня пушки вроде бы убили. Да ладно. Не, ну как бы такой босс, в общем, оказался. Нет, в принципе, я не скажу, что он прям плохой босс, да? Сильно. Хотя, ну не знаю, все говорят, что он прям очень плохой. Но, конечно, есть нудноватость определенная. Ну вообще логично, что по центру стоять там не нужно, да? Потому что по центру ручьи соединяются. Ну, они одновременно в центре. В итоге я по-любому напарюсь. Ну, шанс высок, что я напарюсь. А если с краю, с одного или с другого, то только лишь одну перепрыгнуть и все. Ну, или, по крайней мере, время есть, чтобы оба перепрыгнуть. Сейчас повезло. Я что-то не досмотрел. Надо еще постоянно на его здоровье смотреть. Ну, по крайней мере, на фазе, когда камни. Потому что, чтобы ручей не был неожиданностью. Вот он для меня побывает неожиданностью, из-за этого я умираю, потому что я, ну, просто как бы не ожидаю его элементарно. Да, что такое? Прям на камень летел. Доходить бы до туда стабильно, конечно, до воды. Я бы уже всякие тактики бы испробовал.
Но он очень рандомный. Именно атаки это у него статичные, а вот урон рандомный очень сильно. Я в него стреляю, а пуля может задеть его, может не задеть, вообще абсолютно непонятно. Вот сейчас почему пуля его не задела? Но я стрелял прям скопом. Вот сейчас. Неужели он проскочил? Прям хоть по кадру смотри. Да ладно, он сейчас проскочил сквозь пули. То есть, в смысле, между них, я имею в виду. Ну, может быть, он реально между них проскакивает, я настолько криво стреляю, но... Это не отменяет того, что для меня это рандом, как бы. Для моего скилла. То есть, то ли я попаду, то ли нет. Есть определенная вероятность, что я попаду. Удар. Ну вот, я же знал, что сейчас вода пойдет, но пульки его затравили. Надо, короче, включать воду только тогда, когда он далеко от меня. Нафиг я заранее стреляю. Нет, неуязвимость я понимаю. Это понятно, защита от спама. Но я не про это. Я же в него стреляю, когда у него нету, ну, когда уже он не мигает. И просто он мимо пропускает эти пули. То, что вот сейчас как вот не несли вторые пули там урон, ну это понятно, это тупо защита от спама. Ладно, этот камень меня задел. Серьезно? Как так вообще? Ну вот опять я не попал в него. Если ему наносить урон стабильно, то... Фазы будут начинаться с одного и того же момента. Ну, то есть он будет в том же положении находиться, и в итоге можно тупо заучить. А из-за рандома ничего не заучивается. Каждый раз просто сначала на месте начинаются фазы. И... В итоге вот такие вещи происходят. Откуда эти камни там взялись? Их не было раньше там. Потому что я в другом порядке урон наносил. Рандом в мой в уроне, я же говорю, рандом в уроне. Я же объяснил, какой рандом. То ли я в него попаду, то ли нет, вот в этом рандом. Так, а как? Ну вот я почти, но...
блин, вот еще я буду пропускать круг. Ты прикалываешься? Мне минуту ждать, что ли, ради этого? А потом умереть на какой-нибудь глупости и опять минуту ждать? Отличная идея. Это что сейчас было? Я понимаю, если бы я уже затренил всего босса, как бы, да, то там на спидране можно и подождать ради нужной фазы. Но когда я еще ничего нифига не изучил, как бы, что-то же там ждать, это себе дороже. Ну вот, пропустил. Как? Ну, можно просто начать сначала, как бы, и тогда проще и попасть нужно сразу. Откуда там, ну лол. А как он мог меня попасть с такого расстояния, я не понимаю. Всегда же раньше не попадал с такого расстояния. Это уже выработанная острота. Типа, если стреляешь издалека, то пофигу, даже если он выпускает свои пульки, а я делаю двойной прыжок, то меня это нифига, вот как сейчас, не убивает. Стремно. Ломает мои страты. Он тренился. Он по-любому тренился. Пока я там работал. Блин, ну дурки его дурацкие. Он меня так убил башкой своей. Да ладно, ну. Да ну как? Я же встал на нужную позицию уже. А что бы там смешного выкинул, Даш? Не вижу там ничего смешного.
меня головой это убивает постоянно. Опять я упустил момент. Он прыгнул вниз вместо того, чтобы прыгнуть вверх. Как можно направление прыжка перепутать? Видел эту воду, но не знал, куда уйти от нее. Конечно, очень сложная фаза с водой. Очень нужно о многом сразу думать и предугадывать. От одной воды упрыгнул, на вторую попал. Второго прыжка уже не было. Ну как быть-то? Как и там должен был это размекрить? С учетом, что еще полетели бы этим угли. Плюс он бы меня пульками начал стрелять и менять гравитацию. Ну, в смысле, гравитацию он так и так сменил. Вот я встал туда, где мне советовали, что меня убили пульки. Да нет, это был плохой совет, короче, про то, что встать на то место. Опять ты прыгнул вниз, ну как так можно?
Как? Да не, ну это дурацкая острота, надо свою, короче, искать. Сколько раз я уже на этом умер, просто из-за того, что пытался сделать эту остроту, которая не работает просто. Привет, Михаил. Действовать, я вообще не знаю, как я должен был действовать сейчас в этой ситуации. Опять вот вниз прыгнул. Да что ж такое-то? Хватит прыгать вниз. Хватит прыгать вниз. Ну а как там было не прыгнуть? Там я прыгал на рефлексе, потому что иначе меня бы вода убила бы. А если бы я пошел от воды в сторону вместо прыжка, то меня бы убили бы угли. Либо он сам бы на меня прыгнул бы. Или пульки бы выстрелил. Ну короче, там просто была безысходность. Но по рефлексию я просто прыгнул, естественно, чтобы перепрыгнуть тупо воду и в прыжке, чтобы меня уже унесло наверх. Просто тайминг надо, походу, выработать. Привет, Аназернеко. Ну да, потому что... А что тут смотреть, что тут писать? Стартовый закончился, и в чате никого. Вот и ноль. Да и какая мне разница? Господи, какая разница? Меня вот это вот волнует больше, чем рейтинг какой-то был. Никому не нравится этот босс, мне тоже не нравится. Еще и Генлаш пришел, тоже настроение испортил. Говорит, типа, у меня этот босс вообще будет дольше проходиться, чем Destination и Crimson вместе взятые. А он-то знает, о чем говорит, потому что он проходил это до последнего босса. И как бы, судя по тому, что я вижу, ну, это тоже похоже на правду.
надо было, короче, направо все-таки идти. Я понял, то есть направо надо идти, надо, но с одним условием, что там нужно не стоять, а чуть-чуть передвигаться влево-вправо в пределах, так скажем, в пределах двух блоков воображаемых. Не знаю, как это сказать. Ну, типа, из одного блока вылетает один уголь, из другого другой. Вот такие блоки. Блин, опять заложа. Спасибо. Привет, Джокер. Да ну почему? Я же... Ну я направо пошел специально, потому что мне нужно перемещаться направо постепенно к моменту половины ХП. Чтобы, ну... Паровоз тут начался... Справа. Ну то я музыку поставил, тут была другая, которую на ютубе банят. Тоже с Мегамена, только оригинал. Ну и не это, именно композиция другая. Давно на нем, очень давно на нем. Очень давно на нем. Ну, вообще-то вон там написано наверху. Бегущая строка. Ты можешь сам посчитать. 67-40 было, когда начал. То есть уже. Три с половиной часа на нем. Это по таймеру игры. То есть, когда гейм овер, таймер не идет. По таймеру игры на нем 3,5 часа. Да, и Crimson Destination убил. Нет, вообще не быстро. Вообще не быстро. 11 часов 59 минут. Дольше, чем Destination на 8 минут. Но это глупый босс. Я на нем так глупо умирал. Я просто дебильно умирал на нем. Реально дебильно умирал на нем. Не потому что там не смог размикрить, да? Или что-то такое, то, что ты можешь подумать. Нет. Просто умирал. Потому что я не в того стрелял. Или потому что наспамливал слишком много, и в меня куча всего летела. Или у синего слишком много заранее тратил, у меня водные платформы появлялись. Короче, просто умирал. Жесть как. Но таки прошел все-таки. Но за очень большое время. Почти 12 часов. А этот босс, он легче, но
Мне сказали, что я буду убивать его дольше, чем Destination и Crimson вместе взятые. И на этот раз я верю прогнозу. И мне он очень не нравится. Я не хочу на этом боссе столько сидеть. Дурацкий босс, абсолютно. Блин, я думал, что босс Раши самый дурацкий босс это Destination. А он пока оказался самым хорошим. Что за бред? Он пока оказался самым интересным из всех этих боссов. Ну как, скажем так, не то чтобы самым интересным, самым вменяемым. Хотя я думал, наоборот, он самый ужасный раньше. От этого босса я удовольствие что-то вообще не получаю. У меня даже была мысль сегодня не стримить. Но потом я подумал, а какой смысл? А что, а завтра тоже не стримить? И что, дропать что ли камилию? Нет. А тогда какая разница, если не сегодня, так... Ой, то есть если... Ну да, то есть... Какой смысл не сегодня тогда? Чтобы забыть совсем страты, хоть какие-то, которые хоть имеются? Нет уж. Почему я не могу просто на той фазе чуть подольше выживать? Ну то есть, я же по-моему цикл уже выживаю на ней. И почему, в чем проблема выжить несколько циклов, если происходит одно и то же? Но проблема в том, что я, наверное, это довольно-таки рандомлю. То есть, как бы, не рандомную фазу я рандомлю, потому что я не помню, что дальше будет происходить. И в итоге... Ну вот сейчас последняя попытка на самом деле была хорошая, мне понравилась. Если бы я сейчас не умер, а кто-то уголек, а мне там буквально пикселем задело, да? Я уже как раз собирался остановиться, то, ну, в принципе, неплохо бы дальше пошло бы. Не знаю, сколько там вышел бы еще, но, в общем-то, по стороте шло. Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. Я еще сейчас только что понял, что именно меня сбивает на той фазе. Потому что он не всегда прыгает на ну, не всегда меняет гравитацию. Он иногда прыгает просто с места на место. Вот как сейчас. Из-за этого я жду, когда меня он перекинет, чтобы меня там водичка не убила, например. А он прыгает просто в другое место.
Я вот так очень часто, я так часто осознал, я очень часто там из-за этого умирал, оказывается. Почти. Перекидывает уже, ну. Лол. Ну он перекидывал слишком долго, я растерялся опять. Привет, Владислава. Спасибо за поддержку, Владислав. У меня алерты со Сквадвача выключены, потому что они почему-то конфликтуют с твичевскими, но... Ну, короче... Спасибо. Надо разобраться с ними. Ну, вообще, я не знаю, то есть, если ты эти деньги вкладываешь через... реальные свои деньги, то может лучше PayPal тогда, а то какой смысл комиссии столько отдавать Адольфу? Ну или только типа рейтинг чтоб поднялся, ну хрен знает. Копейка по копейке, а в сумме ты сколько раз уже столько по копеек закидывал? Мне кажется, ну уже там пикоинов 200, наверное. Именно по 10. Ты, по-моему, еще там вкидывал, да, побольше? Если честно, я не веду список. Вот, но даже по вот этим вот монетками этими, ты, по-моему, их уже штук 20 кидал. Ну, нет, а прикол в том, что у меня из-за СК2-шного не работал твичевский. Почему-то, недавно. Как только отключил, заработал. Возможно, потому, ну, типа, это в OBS сам что-то глючит с LR-браузером. Я, кстати, подам заявку на вывод биткоинов в ближайшее время. Не знаю, когда меня не смогут вывести. Но надо начать движение в эту сторону. Как это не поделится, лол? У меня там... Сколько? А я не знаю, там только по 1000 можно выводить, или... Типа, там, скажем, ну, 3500 я смогу вывести или нет, я не знаю. Но у меня там больше, чем 3500 пикоидов, надо вывести. На клавиатуру же я собирал. Остальное это у меня... Вообще наличкой. Кстати, надо на карту положить, но вообще, как бы, оно даже наличкой. А, ну, а пикоины, как бы, вот они пикоины.
Надо их распекоенить. Куда он денется? Но когда на сходке были, он мне предлагал 1000 вывести. Но я говорю, нет, потом выведешь, короче, когда будет вся сумма. Ну он, я имею в виду Адольф, ну понятно, да? Ну я понимаю, что не меньше 1к, но я имею в виду, я могу только 3к или 3,5 могу. То есть, ну я думаю, что скорее всего могу 3,5. Мне кажется, там я могу хоть там 3529 там, да? То есть мне кажется, с такой как бы любая точность. Ну может без копеек только. Ну я не буду точно вводить, я выведу только круглую сумму, ну, до сотен. Остальное на донат оставлю. На обеду, на донат другим стримерам. Да, блин. С потолка взял число. У меня 3543.24. Это вы на задонатили, ну я имею в виду, вы зрители. Короче, это я повторил рекорд по урону. Я повторил рекорд по урону. Я столько один раз только сносил на самом первом стриме. Ну, по этому боссу. Ну, точно позапрошлым. Ну, ладно. Ну, ладно. Немножко обнадеживает. Немножко обнадеживает. Я не скажу, что я именно прям тупо рандомил. Не совсем. Я не совсем рандомил. Ну, по крайней мере, я... как бы смотрел, куда мне прыгнуть, когда, да, то есть, ну, вот в этом плане я не рандомил. Ну, а, да, еще какая-то одна атака есть, которой все боятся, типа там рандом. Не знаю, что там за атака. Именно, то есть там именно РНГ. Прыгай вниз, пожалуйста. Чё-то мне на секунду сейчас показалось, что это изи фаза. Но это было временное помутнение, наверное. Мне кажется, мне все-таки слева удобнее почему-то мигрить, чем справа. Блин, да только не прыгать вниз. Только не прыгать вниз, и все будет хорошо. Ну, в смысле, когда я стою внизу, не прыгать вниз. О,
справа не попал. Привет, типок. А, простите, я надо было как-то по-другому называть, да? Я забыл, мы договорились, а я забыл. Если хочешь, повтори, я постараюсь запомнить. Как твой ник читать? Ну ладно. Одна и та же ошибка. Одна и та же ошибка. Избавиться от ошибки, пол проблемы решена. Что арабский язык идет справа налево письмо. Так что по поводу человеческое зрение, ну тут как бы ты немножко обобщил. Нет, но просто ты сказал вообще человеческое. То есть, по-любому. Ну, у них там такое вот, как бы, письмо. Ну, просто ты что, не знаешь, как выглядит арабская вязь? Ну, типа да, типа да. Ну да, придирки, а почему нет? Ты что-то имеешь против придирок? Привет, Задрос. Кстати, странно, у них что-то Айвана комьюнити нету, что ли, да? Чуть-чуть по таймингу не попал. Надо было второй прыжок, значит, тогда делать. Нет, японцы, у них слева направо в интернете. Ну, вообще, и так, по-моему, тоже. Это у китайцев именно не в интернете, а так вот там вывески какие-то и так далее. У них сверху вниз. Или эти рукописи там сверху вниз. Но не справа налево. А у японцев, по-моему, в любом случае слева направо. Привет, Зеро. Какой вопрос? По поводу комьюнити арабского или какой? А что ты решил с Good Game описать? А, почему слева? Ясно. Ой! Все учел, что сейчас он сменит гравитацию, что сейчас полетят угольки, что едет вода, не учел, что он там сам полетит. А, ясно, с чем проблема? Право налево вся пресса, да ладно. Ты что-то путаешь, по-моему.
Не может быть. У них же еще бывают некоторые слова латиницы из-за этим заимствованные. И они слева направо, естественно. Мне кажется, ты что-то путаешь. Блин, не в ту сторону стрелял. Опять я в него врезался. Ни разу. Максимум его до сюда снимал. Ну, полушария так у всех людей вообще. Неважно, какой они там язык изучали. Привет, фаспапе. Как так-то? Вот так вот, потому что. Вот так вот, потому что. Но сейчас прогресс попёр. Попёр прогресс. Я, кажется, уловил нужную мне фазу. Нахрена я прыгнул? Слишком быстро? Я могу замедлить, в принципе. Да ладно. Да ладно. Блин. Немножко с неправильной фазой, наверное, начал. Надо запомнить точно, с какой фазы идеально начинать. Ладно, я не попадаю. Да что ж такое-то? Столько раз в него не попал. Если бы каждый раз попадал, когда стрелял, ну, при смене гравитации, уже бы, наверное, на следующую фазу перешел бы. Ну или, по крайней мере, рекорд повторил бы. Ой-ой-ой, я уже за рестартом потянулся, потому что это было неверно. Ни разу не промахнулся.
Просто там текст очень длинный, поэтому я сделал, чтобы он быстро ехал. Промахнулся. Ой. Короче, самое главное не промахиваться до начала камней, иначе он начнет в плохой фазе их выпускать, неудобной. Вот. Сейчас он хорошо начал. Так что не должен затроллить именно на этой фазе. Сейчас я пока вообще не промахнулся ни разу. Не знаю, завтра с хрена, да. Я такую вообще информацию первый раз слышу. Да плохо, Экинтаж. Испортил ты мне настроение. Потому что... Я не хочу того босса убивать больше, чем Destination и Crimson на месте взятых. Ну что это такое? А твоему мнению я доверяю, потому что ты проходил это 10 раз уже. Ну, правда, чат уже немножко успокоил меня. Ну как, не то, что успокоил. Ну, пока общаешься, знаешь, настроение улучшается. Вроде не так грустно. Это была шутка. Да ну, это ты сейчас просто так, мне кажется, говоришь, чтобы я не волновался. Ну, по крайней мере, я начал доходить до своего лучшего результата. Все плохо, сейчас плохо пойдет. Говна попытка. Ну вот, 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 вот. Я такого не ожидал. Ну, вернее, наоборот, я как раз чего-то такого и ожидал. Сейчас нормально.
Чё, не попал? Как? Шо ты, блин, не уследил за ХП? Странно, что этот камень задел на самом деле. Потому что все вроде шло по строте. То есть, значит, этот камень там всегда был. Но почему-то я его раньше не задевал. О, опять плохая попытка. Посмотрим. Плохая, неплохая, а может что-то и получится. Кто его знает? Блин, ну я чуть-чуть стал неправильно. На самом деле нормальная попытка была. Тайген Лаш провозился-то с последним боссом, ну в том плане, что не начинал бить. В итоге сейчас Рангагай, может быть, раньше тебя его пройдет. Лол. Там уже ты видишь, как он прет? Сумасшедшими темпами просто. Жесть. Мне его в жизни не догнать, я уже понял. Вообще. Тупо без шансов. Не жалко, да? Типок, ты К2 проходишь, что ли, да? Я понял, ты Камиле 3 проходишь, а вторую. Да... Поспамил одной пулькой. На последнем боссе, что ли? Попал? Сейчас я удивился, что я в него попал. Это странно. Затупил? Чё я сейчас затупил? Зачем? Блин. А, давно уже? Ну ок, прогресс чувствуется на боссе. Мне уже стало лучше.
Блин. Вот до этого я дохожу и умираю. Привет, Патрикарик. Нет, ты знаешь, прогресс чувствуется. Наконец-то на этом боссе чувствуется какой-то прогресс. Я стал доходить до оттуда, вот до куда сейчас дошел, практически стабильно. Что не может не радовать. Сейчас я не попал один раз, конечно. Другая фаза, значит, будет. Ну да, другая фаза, которую я, естественно, сразу же сливаю. Привет, Фрейтак. Да, Gravity Man. Ну, третий стрим на нем. Фаза какая-то будет. Да. Вот, видишь, Фритак? Crimson убит, Destination убит. Скоро и Камиле убью. Как скоро? До 3 апреля. Пытка подтверждена. А четвертая колба — это ню. Что ж такое? Я постоянно на этом умираю. Лол. 3 апреля будет 100 дней, да. Истечет 100 дней. Которые я себе отвел. Опять сделал фигню, потому что... Нет, не 100 стримов, а именно 100 дней. Неважно, стримы были или нет, там какие-то дни. Нет, спасибо, Гантриггер, но я до апреля его пройду. Я в этом... Ух, почти уверен. Давай так, я в этом уверен, но, конечно, есть доля сомнения всегда. Но я более-менее уверен, более-менее уверен. Привет, Гантриггер, да. Я думаю, в течение 2 недель я должен добить босс раш. Надеюсь. Thank you.
рекорд. Это рекорд. Я столько не снимал ни разу. Да, ну смотри, хорошо, давай про так, я специально еще раз расскажу эту историю. Из русскоязычных игроков I Wanna Kill the Camille 2 прошло 4 человека. Да? Ну, по крайней мере, из тех, кто об этом хотя бы заявил. Именно полностью, да? И те, кто проходил, они проходили ее очень-очень долго. Кто-то там больше года, кто там полгода и так далее. Причем не потому, что они такие слабые игроки, а просто потому, что они там типа, ой, сложный босс, ну потом пройду его там, знаешь, ой, застрял, отложу-ка я на месяцок игру, да? А я хочу пройти игру быстро, за 100 дней. Да, то есть взял и прошел. Вот, как бы. И поэтому так родился, у меня так родилась эта идея 100-дневного, именно 100-дневного, а не 100 стримов челленджа. Ну да. Ну это мило. Показывай, показывай. Не, ну это классно. Просто как-то неожиданно. А, ты можешь яблочко связать. Яблочко связать, и я его там, не знаю, могу даже заказать у тебя его. На него не надо там разные ниток. Сейчас плохая фаза будет. Я даже не знаю какая, я два раза промахнулся. Понятно. Ну что, я зря тренюсь, что ли? Хорошая фаза была, я промахнулся. Я в этом году, наверное, два раза буду в Питере, если как бы все пойдет по плану. К слову. Ни разу никогда не был в Питере, и, наверное, аж два раза буду в этом году. И один из разов, это когда там
собирают туда приехать разные тоже стримеры, там, по-моему, Фабино собирается, еще кто-то, Сова, еще там, ну, плюс кто там живет в Питере, типа, сходку какую-то устраивают, и я, ну, как раз хочу первый раз в Питере побывать. Но это если получится, конечно, по деньгам, потому что ехать все-таки такое, да, вы понимаете. Ну, как бы, я думаю, на самом деле это не так уж дорого по сравнению с тем, что я в Оренбург там ездил. Что-то 700 километров в одну сторону. То есть 1400 в сумме. Ну, плюс там по городу, ну, 1500-1700. Это, в принципе, 3-4 заправки полных. Ну, блин, на самом деле это... Короче, под 10 тысяч где-то надо, да? Ну, думаю, найду. Погуляем. Да ну, ты не падать будешь или нет? Ну, гравимен. Перекидывать надо иногда все-таки. Когда видишь ручеек на меня едет, прыгай. Как будто он так и планировал, чтобы я задел его. Я перепутал кнопку прыжка с X. Попытка пошла. Блин, промахнулся. Ну ладно, ну. Ну блин. Потому что я промахнулся. Не надо было промахиваться. Ну нет, ну не промахивайся. Так. Чуть-чуть я не на ту кету встал. Чуть-чуть не там встал. Надо было правее на 50 пикселей где-то. И пошло бы все по фазе. Есть. Это вот самое опасное. Это вот. Можно не попасть легко, когда вблизи. Вот опять есть. Да ну! Серьезно? Давно ты что так не умирал? Опасно, сейчас мог не попасть. Есть. Да серьезно, ты че? Обо что ты умираешь? Обо что? Ну, в смысле, я понимаю, обо что? Зачем? Видели? Стена пуль, гравимен не задел.
произошло. Чуть-чуть я не в тайминг не попал. Знаете что, сейчас я секунду. Стоп-старт записи, так. И... я хочу посмотреть один момент. Хочу посмотреть, а мог ли я при хорошей фазе, то есть когда я не теряю урона, вообще там не прыгать? Ну-ка. Так, еще раз. Да, короче, если я понял, значит так, если я наношу всегда урон, идеальная фаза, да, то не надо прыгать вообще на первой воде. Просто не надо прыгать. В третьей части, в третьей камелии? Откуда я знаю? Я, если честно, его там даже не видел. Ну, много, наверное. Ух ты, какой милый Пикачу. Забавно. Более мило, чем в мультике. По-моему, здорово получилось. Так, сейчас открою побольше. Не, очень мило получилось и классно. На первой фотке кажется, что уши меньше. А у него разве такие большие уши? Серьезно? В смысле до сих пор тут? Что опять начинается? В смысле до сих пор тут? А ты думал, я уже игру прошел? Но у меня прогресс явно наметился, прям, ну такой, прям, ну, явно. Ну и причем даже настоящий прогресс был, то есть я на одно хп больше снес. С чего вдруг? Я на этом боссе сижу часов 5. А, ну да. Как это произошло? Но я не прыгнул, наверное. Я слишком рано нажал прыжок или типа того. Рестарт. Так, все, ага. Спрыгиваю и стою на месте. Пули в меня не должны попасть. Запоминаем. То есть я не спрыгиваю, он сам меня кидает вниз. Я просто стреляю налево, я стою на месте. Потом уже перепрыгиваю в воду. На месте. По-моему, ну да, мне кажется, да, такой размер. Может даже поменьше.
каждого босса рандом только, ну, в уроне для меня. Ну, то есть, то, что я, то ли я попадаю, то ли нет. Из-за этого фаза начинается в другом месте. А так он вообще-то статичен. Вообще-то он статичен. И не надо там гравицапа себе там. Вредно для здоровья. А, нет, все-таки пульки убивают. Значит, я должен отойти на один блок и потом прыгнуть. Ок, запомнили. Отойти налево на один блок и прыгнуть. Привет, тазероллер. Пули-то ловит, то не ловит. Ну ладно, продолжаем, посмотрим, что получится. Буду рандомить. Рестартить не хочу просто так. Ну, раз я жив, зачем рестартить? Вдруг пройдется случайно. Блин, что это только что было? Вообще не знал эту фазу. Вот ведь он не очень-то. А, он еще орешки свои неправильно начал. Сейчас вообще затроллит меня, скорее всего. Да ладно, ну блин. Кстати, я не знаю, завтра статут еще. Сейчас возвращаюсь к нашему разговору про то там, типа, где глазами там легче, чем икрить, да, и так далее. Но тут такое, знаешь, у меня левый глаз вообще же, ну, можно сказать, почти не видит. Поэтому я не думаю, что это большое значение для меня имеет. То есть, считай, что я одним глазом икрю. Ну как, видит, конечно, но хреново сильно.
блин, промахнулся. Что ж я прыгаю-то на эти угольки-то дурацкие? Давай сделаем поправочку из обнаруженных объектов. Это тоже похоже на правду. Прям в лужу сел. Но я даже на плохой фазе сейчас помикрил. Там главное начать. Это как в Сайбере на фазе встрясок. Там главное первую встряску пережить, а остальные уже не такая проблема. Потому что ты уже более-менее ориентируешься. Чё сейчас тупил стоял? Да ну. Что-то вообще другая фаза. Я два раза, что ли, промахнулся? Вообще странная фаза была. Ну, камни в правильной фазе уже радуют, как бы. Как? Он же всегда исчезал. Он тренится, что ли, сидит тоже? Камни свои прокачал, чтобы дольше не исчезали. Блин, промахнулся. Конечно, сколько он уже кидов убил, опыт-то дают за каждого убитого. Хрен, я сколько фаз уже пропустил. Ну, вообще не представляю, какая должна была включиться. Ты серьезно, не в ту сторону еще стрелять будешь? Лол.
два раза пропустил. Я не знаю, как из этой фазы. Короче, если я два раза пропускаю, то у меня выход только направо идти. Привет, РНГ. Еще раз тебя поздравляю с прохождением босс раша. 4 боссов завалил. Жесть. Зато ты прешь. Скоро в игру пройдешь. Я уже, короче, даже не буду говорить там, типа, про то, что там догоняю, тебя не догоняю. Понятно, что это уже невозможно. Если ты будешь, конечно, в том же темпе продолжать стримить. Ты хотел до 14 февраля успеть? А почему именно до 14 февраля? Какой-то жесткий, по-моему, срок очень. Ты можешь застопориться в прохождении, да? Ну нет же, ну лол. Подарок. Блин, так интересно, кто же все-таки пятым будет? Кто пройдет К2? Там еще Шуп-Вуп уже на последнем боссе. Мне кажется, вот он пятым будет на самом деле, потому что вроде он там нормально прет. Либо Игидаш, либо он. Я думал, что РНК, но если каникулы заканчиваются, то это, конечно, грустно. Да пофигу, застопориться, не застопориться. Как бы, ну застопориться, но не на 100 часов же, правильно? Ты планировал Камелю 3 уже начать 15-го? Давай без спойлеров. Я уже понял в целом, как надо действовать. Я сейчас должен был чуть-чуть заранее подойти направо. Я это понял слишком поздно, то, что он подо мной прям. Вот эта страта, она прям вообще рабочая. Надо чуть-чуть только застабилизировать и все. И она прям норм.
Блин, ну промахнулся, но сейчас будет хреновая какая-то фаза, не будет. Нет, ну просто... Это может быть не особо спойлер, но мало ли ты бы начал бы еще что-то говорить. Не нужно. Странно, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Я даже, если честно, не понял, что именно. Опять стена пулек, и он ни одну не собрал. Как это? Это как Сонику позже, вот то же самое. Какой-то Кислгрина. Ты что, больше проходишь? Привет, пророк. Привет, Гэнстер. Так как я опять об эти камни-то задеваю? Ну лол. А, спойлеры, ну я понял. Почему он не откинул-то, ну? На рейпе, в смысле, больше? Нет, конечно. Конечно нет, я просыпаюсь 8:45, но стрим врубаю где-то, ну может в 9:30, ну так где-то, да. Ой, нет, какой в 9:30? В 9:50 может. Ну пока ем там с утра. Да, конечно, руки будут помнить. Нет, прогресс есть, пророк. У меня стабильно до воды дохожу практически. И на воде постоянно сношу норм хп. Короче, не, нормальный прогресс. Сегодня больше урона наносил на эту, ну, хп. Хороший прогресс. Только нужно добиваться идеальной фазы. Я просто когда чат читаю, то глупо умираю. И вот это вот мешает немного. Когда типа об камень там сливаюсь, ну это лол.
Вот это сейчас не пошло, я немного. Я пошел направо, надо было налево. Так, вот это я еще не выучил. Значит, так, сейчас стоп-старт. И сейчас я посмотрю, там можно было не прыгать? Там можно было не прыгать? Еще раз, так, погодите. Нет, там нельзя было не прыгать. Значит, я должен прыгнуть, но лететь направо. Ага, я понял. Значит, я должен прыгнуть, но лететь направо. Все, через один блок. Да не, видишь, вот это я вот столько урона наношу практически стабильно. Да, привет, Данил. Ну вот, я только что сказал. Вот этот урон, это уже как бы выученная фаза. Но не 100%, естественно, я дохожу, потому что вот тут вот есть два момента, на которых я промахиваюсь иногда. И из-за этого наступает какая-то плохая фаза, которую я не учил. Вот раз, попал. И два. Неважно. Зачем я прыгнул? Вот раз, попал. Ну вот такое тоже случается. Иногда оно случается. Ну фиг с ним. Значит, будет плохая фаза. О, я еще не попал. Я два раза не попал, это самая плохая фаза. Мне направо надо идти. О, я три раза не попал. А сколько раз надо не попасть, чтобы вернуться в идеальную фазу? Хрен знает, что это за фаза, вообще первый раз вижу. Ну, это хрен знает вообще. Где-то 800 попыток, 8 часов, включая тренинг экранов, третий мил был пройден буквально пару минут назад. О, поздравляю, поздравляю, Green Story. Да, Марио! Марио, быстро. А, вот это четвертый мир? Ну, такое. Я его быстро нарандомил, но вообще-то он боль. Я за 20 минут его прошел. На Марио главное молоточки пережить. Если хорошо спамишь, то один раз только. Да ну, плохая фаза, не хочу, блин. В самом начале. Если после, когда уже камни буду пропускать урон, то буду на плохой оставаться. Если до камней, то буду рестартить. Ну и что? Ну, 3 из 10. А все остальное почти 100%, да? Или 100%. И тогда как бы, ну, получается за 10 попыток ты можешь его убить. Все. Ой, в смысле, за 10 попыток ты можешь 3 раза его убить. Если 3 раза дойдешь до второго цикла.
Ой, какая-то строта непонятная у меня пошла. Вот, я опять рекордный урон нанес. Опять второй раз нанес столько урона. Ну, нормально, прорвал. А чё, прыжки-то выучил уже все, это вообще не удивительно. Там же рандома нет никакого. Тем более первый уровень это там вообще легкие в целом. Ну, по крайней мере, для тебя точно. У тебя же все изи, так что чё ты удивляешься вообще? Вот последний уровень, там боль. Еле задел. Пофигу, продолжаю. Два раза пропустил. Так, два раза пропустил, значит направо бежать надо. Ой, три раза пропустил, а четыре раза пропустил. Я хрен знает, что это за фаза. Блин, не узнаем. Это такой понт сейчас был, да, типок? Или что? Ну, молодец, что ты его спидранишь. Ну ты же не с первой попытки дошел за 30 минут до босса. И даже, я думаю, не со второй. Давай же, вроде все получено уже. Ну, короче, норм. Сегодня должны увидеть последнюю фазу. Должны. Я не знаю, сколько до нее надо нанести еще урона, но я явно сейчас скоро еще на одну больше хп точно снесу. Скоро вот прям вот ближайшие попытки должны быть. Блин, ну не попал же, ну. Значит, сейчас будет плохая фаза. Ой, два раза не попал. Я не знаю вообще, что на ней делать. Фигня какая-то. Да ладно, ну... И как поступить? Сказал, что мы сейчас дойдем до последней фазы. Вот вам и рандом.
А, ну Blow Game простенькая игра. Для старого уровня, ну нормально. Нормально, скоро пройдешь. Причем я на плохой фазе его сейчас заспамил. Потому что я вроде бы понял ее суть. Мне уже почти все равно, наверное, с какой начинать. Но, по крайней мере, с нулевой или с первой, в принципе, вроде все равно. Более или менее. Потому что я начал суть понимать ее. Нет, до орешков нифига, короче, нет. Не промахиваемся. Потому что он иначе их пускает очень неудобно. Да ну не промахиваемся, это значит, что пулька всегда попадает в тело. Я случайно по шифту долбанул. Не хотел. Хорошая попытка. Да ладно, ну. Почти. Вот там главное правильно прыгнуть. Вот самый вот это первый прыжок. Это если на плохой фазе. На хорошей фазе этот прыжок тоже есть, только он как раз таки в конце. Я пропустил, да? Ну вот, Тарок, а ты говоришь, прогресса нету. Видишь? Есть все. Стоп, я забыл, что это за фаза. Цикл. Что-то я попутал. Ну это ж плота, где прыгать налево или нет? Блин, ну я запутался немного, лол. Я чувствую, я сейчас, короче, плохую фазу звучу лучше, чем хорошую. О, я не попал. Сейчас вообще хрен знает, что делать, вообще абсолютно без понятия. А, о, кстати, вроде сейчас было норм. Если бы не задел эту ковришку. Блин. Да ну нафиг тебя. Отлично. А как отлично? Что-то не пошло. Я где я промахнулся-то? Не помню, чтобы я промахивался.
Зря, там не надо второй прыжок делать. Там один прыжок надо делать. Один. В том прыжке один прыжок, а второй уже можно в конце подмикрить, чтобы... Да ну, ну не попал, ну лол. Ну ладно. Знакомая пока фаза будет, в принципе, сойдет. И я опять сделал ту же самую ошибку. Удачи, Гинваш. На данный момент проще раз в 10, чем Кримсон. Пока так кажется, но последнюю фазу, как видишь, я еще не изучил. Ну, то есть вот на первых атаках я вообще не потею. Я могу чатик читать на первых атаках. И могу промахиваться еще. Но не из-за чатика. Просто потому что хрен знает. Хорошо. Так, отлично. Где? Ну, я вообще попутал, какая сейчас фаза идет. Я запутался, какая сейчас фаза идет, короче, все. Что-то потому, что я не то сделал. Одна ошибка и все, можно удалять. Я все сразу путаюсь, какая фаза идет, что надо делать сейчас. В этом плане, конечно, тяжело, мозг напрягается. Да, попутал. Попал. Хреново поступил, опять я запутался, либо я даже не запомнил, что там надо. На изи улетели? Вообще ни разу. Я 11 часов 59 минут их убивал. Это очень долго для них. Очень много. Но, да, убито, спасибо. Медичи. Медичи. Хорошо, постараюсь запомнить. Медичи. Ну, если я прочитаю вдруг неправильно еще раз, то это не со зла.
Ну, я постараюсь запомнить. Марию Медичи? Не знаю, кто это. Но я необразованное быдло. Да что ж такое? Я еще ни разу не пожил на этой фазе. Привет, Рентаро. Это очень сложно, РНГ, потому что я как-то не слежу за этим. Я пытаюсь хоть как-то ее вызвать. Не говоря уж там какой-то определенный момент. Думаю, пока что я не буду за этим следить. Может быть, если постабильнее пойдет, лучше запомнится фаза с водой, то тогда уже буду. Пока что буду просто как получится. Я еще не все, видишь, атаки там запомнил на синей, на воде. Некоторые я рандомлю как-то очень непонятным образом. Поэтому пока что еще рано специально там что-то выжидать. Но твой совет запомни на будущее. Что я сделал? Как-то выстрелил вообще не в попад и попал. Я не попал только что, да ладно. Как-то. Сейчас. Ой, два раза не попал. Хреная, что за фаза? Блин. Отлично.
Ну, скорее всего, я тоже на ней буду сливаться. Но мне она кажется, по крайней мере, поспокойнее, чем вода почему-то. Потому что на воде там слишком много незапланированной фигни всякой. Ну как, по идее, наоборот, она запланированная, да? Но как-то... Не знаю, мне кажется, за рандомом как-то проще следить. Ты читаешь как бы атаку там, ну... Чем за вот этими вот водой неожиданной там... Ну, короче, не знаю, субъективно мне кажется, что... Какое-то облегчение наступит, когда я дойду до рандомной атаки. Ничего себе, ты там впереди бежишь, говорит, не любит его какой-то там босс. Просто унизил его, как нечего делать. Или типа, если бы любил бы, то вообще с первой попытки прошел бы, да, понял. Что я сделал не так? По-моему, все правильно было, странно. Как мы знаем, рандом — это же псевдо-рандом, да, в компьютере. Значит, если тебе плохо нарандомило, это значит, что ты запустил игру в неправильное время. Ну, запустил бы ты ее в другой такт процессора и прошел бы босса. Можешь всегда в этом винить, короче, комп. То есть, типа, надо было попозже начать. Пораньше, нечего было лениться. Нет, почему это не теория? Ну, в смысле, это не бредовая теория. Это же, ну, там есть функция. Вот пророк тебе расскажет. Пророк тебе расскажет, может, подробнее. Там есть четко математическая функция, основанная на системном времени. То есть рандома нету настоящего. Просто ее настолько, ну, настолько сложно предугадать, потому что там огромные зависимости, я, если честно, так тоже досконально не знаю, что, ну, ты не можешь предугадать, именно ты, я имею в виду человек, да, но вообще-то это не рандом на самом деле.
Не, вот облако там вообще не... Там нет RNG. То есть там функция RNG не вызывается. Сейчас непонятно, что произошло. Ой, что-то вообще не запутался. Ну ок. Ну вот, ну можешь так просто для себя на всякий случай для кругозора знать, что это псевдо-рандом. Нас, ну, то есть. Ну сам подумай, компьютер это же не искусственный интеллект, да? А как он может взять случайное число? Ну то есть ты же ему не можешь сказать, ну слушай, комп, давай-ка ты мне число от 1 до 100 скажешь, да? Ну то есть, не, ну то есть именно оболочки ты можешь так сказать, как бы программист может так сказать, но сама оболочка, она что процессору скажет, то что дай-ка мне любое число, да? А как это, ну... То есть... И вот если бы на квантовом компьютере было бы вроде-то, насколько я понимаю, такое возможно. Потому что он уже ближе к человеческому мозгу по принципу работы. Вот. А вот на обычном бинарном компьютере такого не получится. Поэтому просто всякие там программисты, ученые решили замутить офигенно сложную функцию, которая бы была настолько сложно предугадываемая, потому что она очень сложная, что даже софт не может ее предугадать, то есть робот. Но она закономерна. Да, рандом то, что в случайное время садишься проходить игру. И даже если у меня там стрим, там I wanna play new, I wanna games начинается ровно в 17:00, то там еще есть миллисекунды, микросекунды, там и такты процессора. Да, все равно я не запущу его в одно и то же время. Когда квантовый компьютер, кому вам? Кому нам? Нам, в смысле, в каждый дом? Ну, об этом пока вопрос не стоит. А нам это, в смысле, вообще, типа, ну, создать? Ну, уже как бы кое-что создали. Правда, пока такое, не особо там что полезное, но, типа, кое-что. На рынок домашних ПК об этом пока вообще, то есть даже речь не идет про рок. Ну то есть даже ты не можешь сказать то, что там через 10 лет, через 20, ну как бы об этом вообще речь не идет. Потому что, как минимум, при текущем технологии квантовому компьютеру нужен близкий к абсолютному нулю температуры для работы. Так что, какой домашний компьютер? Хотя бы из-за этого, хотя бы тупо из-за этого, да? Я уже не говорю про все остальные факторы, но хотя бы из-за этого. Довольно прохладно. Хрена себе, там у тебя прохладно. У Соника там рандом, первое это пружинки, второе это начало его полетов, вот в какую сторону он вылетит, это рандом, короче. Вначале была мысль, что это не рандом, но, по-моему, все-таки на 97% верю, что это рандом. То есть именно RNG.
поставлю на него комп. А у тебя по химии хреново, да, пророк? Ну, в плане там теплообмен, типа, насколько это эффективно там, ну, между стулом и компом. Кстати, это физика, да? А не химия, да, это физика. То есть стул, охлажденный до минус 273 градуса, не охладит комп до такой же температуры, если даже ты его привяжешь скотчем. Что-то стал представлять, как там прохладно дома у обсера. Такой захотел, ложкой кислород, короче, поел. Ну, он, правда, кипит уже при 273. Ну, кипяточку кислородного налил в кружку. Чаечек сделал. Кислородные коктейли. Ну вот кольца, да, рынка. Как и бомбочки у бомбермена. Бомбмена тоже рандом. А вот вылетает он не рандомно. То есть откуда он начинает лететь, это не рандом. Это тайминг босса. То есть зависит от того, сколько у тебя прошло времени от начала босса до момента появления. Коктейли испарятся? Ой, пророк, как я что-то вчера горел на полковнике, лол. Что-то лол. Прям, я даже потом поржал с себя. Какая же у него странь вторая атака? Какая же странь вторая атака? Это жесть. Блин, я боялся направо пойти, думаю, вылетит огоньки. Клавиша. Выдернул клавишу, ни хрена себе. За что ж так? Ну, видимо, клавиатура дешевая, раз так не жалеешь. Вот я куплю Razer какой-нибудь. Блин, придется аккуратно обращаться. Ну, Данил, смотри, объясняю. Возможно, как бы у спидранеров это не очень заметно, потому что они, ну, уже сильно натрененные, да? То есть, смотри, я уже давно прошел вторую атаку. Это которая, когда вот он внизу, да? И пускает в тебя кучу вот такого вот всего, да? Потом он вверх поднимается, начинает свои стрелочки пускать, и все, вот эта куча еще, все еще летает, да? Вот. А потом начинается пыль. Ну, такие пиксели летающие. Вот. Потом и начинаются такие, я не знаю, семечки, которые то медленно, то быстро летят. И потом синие стрелочки. Вот до синих стрелочек я доходил. До пыли доходил много раз. Ну, много как? Ну, раз 20 доходил, да? Наверное. Но вчера я просто вот сел 15 минут, просто не мог дойти до этой пыли, потому что мне просто
постоянно стена. Типа там две стрелочки разлетаются, между ними две точки летят. Все. Просто вот он мне мозг вынес. Он просто меня не пропускал. Я, причем я микрил хорошо, ну, по крайней мере, для своего скилла я микрил хорошо. Иногда даже я удивлялся, нифига себе, как я не умер, а потом умирал все равно, конечно. То есть меня реально он просто выбесил. Вместе с полковником. В Боше любимый босс? Ну, Соник, наверное, конечно. Соник же это хороший очень босс. Очень хорошо сделал. Ну, Мегамен тоже. Мегамен очень классный. Но только не для спидрана. Я имею в виду, если вот просто наслаждаться игрой, да? Если наслаждаться игрой, то, наверное, Соник и Мегамен самые лучшие. А если спидранить, ну, наверное, Рю. Он самый стабильный. Нет, Кэнон абсолютно дурацкий босс, потому что, во-первых, он абсолютно неинтересный. Ты сидишь и спамишь, ты устаешь в это время дышать, даже может быть тяжело. И потом ты не можешь говорить и отвлекаться на чат. Плюс он иногда появляется вверх, ты рестартишь, время теряешь. Да ну, одни нервы от Кэнона. Чем он тебе так нравится, я не знаю. Меня наоборот Кэнон бесит больше для спидрана. Да и без спидрана в любом случае. Лол, я не попал в него. Пошло пока что. А, я забыл. Я забыл, что он вверх кидает. Я такой иду, думаю, ну норм, микрится. А там такой, оп, что-то вверх улетел, ой. Я не минут за 10 прошел, чуть больше, минут за 30, наверное.
Не, а я баги знал, но я никакие баги при первом прохождении не использовал. Ни на Солгрине, ни на Геноне. Ну, естественно, там никаких пропусков, там, типа, 4 мира или 6 там не делал. Ну, тем более, еще и не умел. Но даже если бы умел. Что там еще? Ну, короче, никак, вообще никаких багов не использовал. Намеренно. Ну, то есть, я огонек по-любому там хотя бы раз-два забуковал, наверное, но это... Потому что там это случайно можно сделать. Что-то не то, подождите, странно. Опять фаза не так пошла. Хорошо. О, это было близко. Не попал. Блин. Давай, Мэдисон. Ну, в смысле, ну не во время просмотра стрима же, Just Observe. Или у тебя в душе там монитор. Или у тебя душ в комнате. Интересные подробности. Блин. Ну уже. Ну да. Ну так, ну он и говорит то, что типа надо прерваться. Короче, кто-то кого-то не понял, ладно, не важно. А, после, да нет, а может там типа поздно уже будет по времени, хрен знает. Не идет. Да пойдет. Но я минут 30 его убивал на рейпе. Без тренинга. Тоже думал, не идет, а потом прошелся внезапно.
что за фигня вообще? Да блин, он отбил мои пули. Блин, не надо было прыгать, зачем? Ну рекорд по урону, да? Я первый раз ему нанес урон на фазе рандома. То есть ему по сути сколько осталось урона-то нанести? Где-то 6, да? Ну да, где-то 6, по-моему. Или 5. Типа того. На самом деле много довольно. Не попал, да? И я еще раз не попал. Ну и понятно. Да ладно, не 8, не. Да ну какой 8? А, ты между всего 8? Да нет, все равно много. Что-то по хп-бару не скажешь, что там 8. Сейчас 6 было. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. То есть 13 надо для воды, да? 14, 15, 16. Опс. Значит, когда доходит до... То есть вот тут будет 17, когда дойдет ровно до этой линии. Как-то неловкая фаза, непонятно. Все не вовремя летит.
потому что я вообще не мог сообразить. Так, сейчас я типа 18 ему нанес. Камни нафиг сразу надо сносить. Вызывать, точнее. У тебя что, механическая клавиатура? Или что? Всего 30 и 8 на последний, лол. Чё так много-то? Да ладно, ну два раза не попал уже, что за... Что-то жесть. Ну, по-моему, я ему два раза нанес урон на этой фазе, значит, у него осталось 6, да? 6 значит, осталось точно. По-моему, фаза несложная, если честно. Ну, то есть она именно рандомная, да. Привет, Айкор. Будет сегодня больше? Чего? Нет. Thank you.
воскресенье, так говорится. Но только если мы договоримся, то я постримлю, независимо от того, придешь ты или нет. Блин, да ладно. Но я к водной фазе уже вообще привык. Видите, на водной я уже, в принципе, свободно микрю. Пофига, по большому счету. Так и не привык? Ну, блин, что ты меня огорчаешь, РНГ. А вдруг я сейчас тоже буду сидеть на нем долго? Хотя как, ты же недолго сидел. Конечно, ты не привык. Потому что ты это... И не сидел-то на боссе нисколько. Ну давай, РНГ, удачи, давай. Удачно стрим провести, там, прогрессы, дела добиться. Желаю. Да ну не попал в него, да что ж такое? Ничего не очень что ли? Что-то внезапно. Да ну не попал, ну лол. Ху-ху, это сейчас было неплохо. Ой, это за вас. Но мне, по крайней мере, опять вернулось настроение. То есть я же сказал, да, в начале стрима, что
Я даже вообще без настроения сел в это играть, меня что-то этот босс так тяготил, потому что на том стриме вообще не было прогресса. Я думаю, как-то вообще прям не хотелось мне, честно говоря. А сейчас прогресс пошел, и мне опять снова нормально. Попал. А, ну пофигу. В принципе, ну любая первая фаза, мне вообще пофигу, они обе нормально мигрятся. А, вот это сейчас вторая. Это, ну, вроде как начал, значит, должен продолжать. Нет, вот что-то она какая-то, вот вторая какая-то странная. Почему-то я на ней всегда вот так странно умираю, я не понимаю почему. Как будто бы тайминги изменили. Два раза не попал. Что я сейчас только что сделал? Не надо так делать лучше. Не, ну это, в принципе, лучше, чем умереть, но можно было другой способ жить выбрать. Смотрите, дохожу до РНГ фазы, дохожу. Не просто один раз там дошел и все, а дохожу. Это значит, что на следующем стриме, если я на этом не добью, на следующем стриме должен убить, ну, мне кажется, ну прям инфа сотка. Ну так вроде ощущение такое, но не видно, чтобы там было прям чрезвычайно тяжело, но так чуть-чуть на рандоме, чуть-чуть размикрить, вроде норм. Завалим трупами, ну на самом деле да. Почаще туда доходить, и все будет в порядке. О, идеальная фаза. И не идеальное нажатие один раз прыжками ступу. Потому что палец как-то криво встал на кнопку, я хз. Нос чешется, это плохо. Хм.
Нормально, правда, сочувствую. Иди к Санпла на стрим и выговорись. Он наверняка стримит сейчас. Хорошо пошло, или я не задел? Я не задел! Значит, плохо пошло. А, ну хотя, опять же, один фаза это тоже норм. Привет, Блэкджек. Успехи, как ни странно, вот если бы ты в начале стрима спросил бы, я бы сказал, что все очень плохо. А сейчас неплохо, я уже до последней фазы дохожу. Причем не один раз или два, а много раз уже доходил до последней фазы. Раз 10, наверное. Ну не 10, да? Ну раз 6. Частичный рандом? Полный рандом. Ну в смысле, ну движение самого Gravity Man, конечно же, по-прежнему не рандомный, но эти-то... Вот эти все ковришки рандомные. Откуда такая статистика 4-5 часов? Потому что РНГС так убивал его. А у других-то смотрел, сколько они убивали? Почему ты все время оцениваешь, за сколько я пройду, потому как прошел РНГ? Что какой-то там экран и не один, то босс. Ну, блин. Есть и другие люди, которые за другое время прошли, больше или меньше. Более в рандомной фазе. Вот это сейчас дурацкая ошибка была. Все же фазы знакомые уже. Ошибка дурацкая была. Мое чувство. 100 раз такое делал.
что-то не сделал еще раз. Но, знаете, тем не менее, что-то я вот сейчас чувствую, что я уже подустал. Сейчас что-то внимание поплыло. Я знаю это чувство уже, сколько играю в эти дурацкие айваны, что если это началось, значит, все, сейчас пойдут хреновые попытки. И смысла нет продолжать, буду только фармить время и смерти. Так что давайте ищем цель для хоста и завершаем. Надо знать, когда вовремя остановиться, да, как говорится. Что там у нас? О, Квентин стримит. Это французский стример. Такой доброжелательный. Он игры делает. Несколько игр я прошел его. Там, I wanna be white dot, find test player. Прям перед целым умер, в смысле, где, кто. Ну, короче, норм такой. Без микрофона стримит, но... Так, как его... В общем, все, всем пока, давайте, удачи, увидимся на следующих стримах.